Чтоб легче влюбчивый понтер не разглядел проворной штуки. Меж тем догадливый старик глаз не спускал с нее на миг. Играла в полный ветер с величием и мачтами.
приезд, каждое выступление перед нами является огромным событием в культурной жизни нашей Пензенской области. Я сегодня хочу сказать, что огромное всем спасибо вам, дорогие земляки, дорогие гости Пензы, что здесь, в этих стенах этого прекрасного, который с каждым днем становится все более намоленным таким храмом музыки, храма оперы, храма высокого искусства, мы сегодня с вами отмечаем вот уже подошедший великий юбилей, великое событие культурной жизни человечества, конечно же, нашей Родины России, конечно же, нашей Пензенской области, 200-летие величайшего поэта нашего, Михаила Юрьевича Лермонтова. Звучат стихи, звучат песни, звучат романсы, звучат бессмертные. Слово лермонтовское, конечно, это самое начало понимания нами, каждым из нас здесь сидящим, истинного величия Лермонтова, Лермонтова поэта, Лермонтова гражданина, Лермонтова патриота. И мы никак не можем завершить празднованием 200-летия вот все то, что мы начали, поворот в сердцах, мыслях, в душах каждого россиянина, каждого жителя Пензенской области, каждого гражданина, человека, живущего на российской земле, тому, что творчество Лермонтова, образ его, его жизнь – это величайший пример для всех нас, как надо любить Россию и как надо отдавать себя России, ничего и никогда не ожидая и не прося взамен. И вот понимание этого и будет гарантией того, что мы будем нации патриотов, что наша молодежь будет вырастать по-настоящему любящей свою Родину. Вот на таком великом событии, посвященном такому великому, величайшему человеку мы присутствуем, я искренне признателен каждому здесь, находящемуся на сцене. Я искренне признателен всем тем, кто уже был, кто помогал нам провести вот этот вечер и массу других мероприятий. Ну и позвольте, конечно, Славу Кривко вручить вот такую нашу благодарность и сказать, что Пенза вас любит, Пенза вас ждет, Пенза всегда счастлива, когда вы к нам прибываете. Спасибо. И потрясшему нас, тем, кто не слышал предыдущие выступления, и сегодня вот блестяще выступил наш дорогой гость Владимир Байков. Владимир, я прошу вас, вы обрели сегодня еще многие-многие сотни своих искренних горячих поклонников.